Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем наш еженедельный цикл органных концертов. И сегодняшний концерт – это концерт наших гостей из Санкт-Петербурга, которые приезжают к нам обязательно один, а то и два раза в году. И это замечательные исполнители, лауреат международных конкурсов Никита Стрелков, кларнет, и органист Михаил Мищенко. Как всегда, концерты Михаила Мищенко – это знакомство с музыкой нового времени. Мы с вами узнаем новые имена, мы узнаем музыку композиторов зарубежных 20 и 21 веков, наших современников в том числе, который звучит очень редко в наших залах, и я думаю, что немногие органисты включают свои программы, потому что даже и добраться до этих нот бывает непросто. А у вас есть такая замечательная возможность послушать эту музыку, а я еще постараюсь вас немножечко познакомить с этими авторами, насколько можно было информацию эту я вам подобрала, но есть авторы, которых даже еще пока нам очень сложно что-то найти. Они наши современники, и о них пока еще музыковедение наше абсолютно точно не написало, но и зарубежные пока еще мало что помещает на просторах интернета. Но о ком я могу вам рассказать, я обязательно вам все расскажу. Итак, я приглашаю нашего исполнителя, органист Михаил Мищенко. И первый наш... Первый наш автор – это швейцарский композитор и органист Самуэль Дюкамон. Среди учителей Дюкамона были известные французские композиторы Артур Мегер и Марсель Дюпре. Его карьера органиста началась в 1934 году в городских соборах разных городов Швейцарии. Как композитор Самуэль Дюкамон создал значительное количество произведений, более 100 насчитывает каталог, более 100. Среди них, конечно, сочинения для органа, камерная музыка, вокальная музыка, кантаты, симфонические концертные произведения для разных самых составов, сочинения инструментальные. Разработал свой собственный музыкальный стиль, который никому не подражает, все же вдохновился, наверное, французской музыкой и, опираясь на классические формы, при этом не совсем следовал, скажем так, канонам классическим в плане музыкального материала, а стремился, Самуэль Дюкамон, к тому, чтобы музыка его казалась импровизацией. И в этом на самом деле он очень преуспел. Итак, прозвучит прелюдия «Ин Це» композитора швейцарского Самуэля Дюкамона. Thank you.
Наш следующий герой – это Йозеф Хас, немецкий композитор и музыкальный педагог. Родился в семье учителя и первоначально также занимался учительским трудом. А затем, желая посвятить себя музыке, стал брать уроки композиции в Мюнхене у Макса Регера. Продолжил учебу в Лейпцигской консерватории, и где уже студент получил стипендию Артура Никиша. С 1911 года преподавал композицию в Штутгартской консерватории, затем в Мюнхенской музыкальной академии, был и там профессором. В 1921 году вместе с другими музыкантами организовал фестиваль для музыки в Данау и Эшингене и стал членом Прусской академии художеств в Берлине. Получил множество наград, в том числе почетную степень Папского института духовной музыки в Риме. Автор опер, оратории и мест, многочисленных инструментальных сочинений, ну и, конечно же, пьес для органа. Вот сейчас прозвучат прелюдия и фугетта «Соль мажор». Thank you.
Следующий автор, наверное, самый разносторонний по видам деятельности, это шведский композитор Стеллан Сандвик. Не только разнообразный по видам деятельности, но и плодотворный автор современности, не только Швеции. Написал более 250 произведений, от соло на флейте до масштабных опер, а их 14. 6 струнных квартетов, 3 большие симфонии, несколько танцевальных драм, музыку к фильмам, театральным спектаклям, хоровую музыку, камерные пьесы с вокалом и без, электроакустические магнитофонные записи, и все это очень популярно в Швеции. Более того, с его подростковых лет осталось около 100 песен в рок и поп стиле музыки. То есть он начинал еще с того. Он также активен как певец, он первый тенор, дирижер, театральный музыкант, играет практически на всех музыкальных инструментах и на некоторых еще и этнических инструментах. И как актер театральной сцены. Владелец CD-компании, CD-продюсера, ежегодно делает несколько записей и выпускает релизы с активными музыкантами. Вот такой человек, современник наш, родился в 1952 году и продолжает активно трудиться в Швеции. А для вас прозвучит сегодня сочинение, так называемый «Хамаш для кларнета и органа», сочинение из трех частей, каждая из которых посвящена одному из композиторов. Есть посвященные Моцарту, а есть посвященные Карлу Марии фон Веберу. И именно эта третья часть сегодня и прозвучит в нашем концерте. Так, я приглашаю Никиту Стрелкова для исполнения пьесы «Хамаш», посвященный Карлу Марии фон Веберу. Thank you.
И вновь Самюэль де Камон, «Токката», опус 83.
теперь снова Йозеф Хас, с которым вы знакомы уже, прелюдия фугетта си минор. Thank you.
Следующий автор – это Габриэль Пьерне, французский органист, композитор и дирижер конца XIX – первой половины XX века. Он был сыном музыкантов, его отец преподавал фортепиано, мать – пение. Поступив в Парижскую консерваторию, учился у Сезара Франка, Жюля Массе, соучеником Пьерне был Клод Дебюсси, тесные творческие связи с которым он сохранял всю свою жизнь. А далее был активным членом так называемого «кружка музыкантов Франка», окружавшего маститого мастера последние годы в его жизни. Еще будучи студентом, был удостоен второй римской премии. Выступал как органист, заняв место умершего учителя Сезара Франка, должность органиста Парижской церкви Святой Клотильды. А далее, начиная с 1900-х годов, основной карьерой становится карьера дирижера. Он был дирижером в оркестре «Колонна», а также после смерти основателя оркестра возглавил этот оркестр и продолжал курс на исполнение самой современной музыки. Причем эта музыка в те времена была настолько необычна и резко отличалась от исполняемой в других залах, что часто вызывало недовольство современников. Так, например, исполнение второй сюиты Дариуса Мийо вызвало недовольство его друга Камиля Сен-Санса. Для русских балетов Сергея Дягилева он дирижировал премьеру балета Игоря Стравинского «Жар птица». Сочинил за время своей композиторской деятельности большое количество сочинений камерных и симфонических, несколько опер и балетов. Но, к сожалению, собственные композиции всегда оставались в тени его дирижерской деятельности. Поэтому сегодня тем более приятно, что прозвучит его сочинение. Итак, я приглашаю снова Никиту Стрелкова, «Танцонета для кларнета и органа», опус 19. Thank you.
вот тот самый загадочный пока для нас автор Бо Ридерстрём. Только знаем, что это шведский композитор, наш современник, родившийся в 1937 году, который продолжает сочинять в том числе для органа и для кларнета, потому что сейчас прозвучит канцонета Бо Ридерстрёма для кларнета и органа. Thank you.
Хальдинг Хальнес был шведским композитором 20 века. Его отец был тенором и пел в хоре. После получения аттестата зрелости в своем родном городе поступил в Королевский музыкальный колледж Стокгольма, где получил диплом органиста и преподавателя музыки. Также изучал орган в Париже и композицию в Лейпциге. В 1933 году Хальнес стал органистом церкви Йоханнесберг в Гетеборге, оставаясь там до выхода на пенсию в 1968 году. Преподавал гармонию в Гетеборгском регистровом обществе и был ведущей фигурой музыкального мира Гетеборга. Сочинил музыку не только для органа, но и камерную для различных инструментов. Вот сейчас прозвучит легенда для кларнета и органа. Thank you.
Герман Шрёдер, немецкий музыковед, музыкальный педагог и композитор, сын скрипача Карла Шрёдера, активный деятель Берлинского союза музыкантов, автор многочисленных камерных произведений, преимущественно учебного назначения, в том числе 4-струнных квартетов и 3 фортепианных трио, автор многих музыкально-теоретических трудов. Прозвучат его маленькие интравы. Токката, ритурнель, ария с вариациями, пастораль и пассакаль. Thank you.
латышский композитор Има Зензарис, уроженец Риги, учился в музыкальной школе имени Эмилия Дарзинша и Латвийской государственной консерватории. Является автором музыки камерной, вокальной, музыки для театра и кино. Также интерпретатором собственной фортепианной музыки, прелюдия и хорал. Thank you.
Габриэль Пьерне, серенада для кларнета и органа. В завершении нашего концерта произведение норвежского композитора и органиста Хьеля Мёрка Карлсена. Для вас прозвучит партита Бревис на тему норвежской народной песни для кларнета и органа.